Ну что ж, у нас осталось совсем мало времени. Всем большой привет, и мы снова продолжаем. У нас очень-очень мало времени. Мы должны просто влететь туда. Плохо дело, черт побери, как говорит Рекс. 20 секунд, дорогие ребята, мы не будем обращать внимания ни на одну из этих тварей, потому что обращать на них внимание себе дороже. Нам просто нужно прыгнуть в этот гребаный ретранслятор. Отмечаются критические сбои. Просим немедленно приступить к эвакуации. Вот, теперь вы знаете, что это не просто статуя, это и был ретранслятор, ну так, если что. Вот такая вот большая штуковина, которая нас, собственно, спасла в каком-то смысле. Клинч! Клинч! Ладно, панцелин нам не нужен, на самом деле, поговорим сейчас с вот этой мадамой. Как только с каской-то разберемся. Всеми разобрались? Отлично. Это не учебное. Зафиксированы существенные сбои систем на всем уровне. Всем, кроме ответственных лиц, немедленно эвакуироваться. Дайте мне обзор ущерба. Мы потеряли все основные источники энергии. Система климат-контроля не отвечает. В секторах 2, 3, 6 и 7 возгорание третьей степени. Большие потери среди гражданского населения. По всей станции замечены многочисленные проникновения искусственных форм жизни. Предположительно, враждебных. Просьба соблюдать осторожность. Что стало с Советом? В соответствии со стандартным протоколом, члены Совета эвакуированы на путь предназначения. А капитан Андерсон и посол Удина, что с ними? У меня нет данных о состоянии отдельных лиц. Сбор сведений о пострадавших и выживших начнется по разрешении текущего кризиса. А где Саран? Бывший спектр Саран Артериус приближается к залу Совета. Выдан ордер на его арест, однако в настоящее время служба безопасности не может привести его в исполнение. Вперед! Мы должны остановить Сарана, пока не поздно! Просим немедленно приступить к эвакуации. Это ага. Не учебная тревога. Если мы приступим к эвакуации, то кто тогда вас будет защищать, дорогие вы мои? Так, поехали. Надо быстрее Сарана добраться наверх, хотя это уже невозможно, он в принципе уже там. А мы туда только добираемся. Лифт! Надеть шлем! Полезем наружу!
Ну что ж, дорогие мои, мы, собственно, лезем наружу. И мы как бы снаружи лифта. Что ж, давайте пробираться. Давайте пробираться вверх. Летят куча обломков. Мы видим огромного властелина, который все еще более-менее удерживается на базе. Я вот, к сожалению, мало помню, куда нам вообще надо по-хорошему. По-моему, нам просто вниз. Да. Здесь улетали лифты. Вот один из лифтов долетел. Из него просто дед солдат. И не один, а с друзьями. Там впереди дед ракетчик. Надо избавиться пораньше. Вот так это убили. Хорошо. Минус 7, ребят. Просто пробегаем вперед, 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 вперед. И не останавливаемся на месте. Штурмовика нам дадут много денежек. Сколько-нибудь, наверное. Ничего нам за штурмовика не дали, на самом деле, но окей. Так, посмотрим, что у нас дальше. 10 штук за убийство этого чувачела. Разрушитель, пусть Кроган командующий. Кроган командующий, куда улетел-то? Видимо, при смерти отключается гравитация на обуви. Так, 20666 нам дали за получение убийства этих гадов. Вообще, по-хорошему, вы должны были уже сдохнуть, ребята, потому что просто вы должны это сделать. Просто обязаны нам. Уже постфактум. Властелин там прям негодует, я смотрю. Это черный властелин. Так, ладненько. Мы тем временем бежим. Как нехорошо, что он бежит на нас, да? Так, он, по-моему, умер. Следующий. Отлично. Все же хорошо, да? А нет, там еще один властелин-разрушитель бежит на нас. Так, много пенициллина у нас, хорошо. Так, а ну-ка, турелька, давай. Турель цитадели, бамс, включена. Турелька цитадели, бамс номер два, давай. Ручной взлом, поехали. Отлично. Турелька номер три, давай, быстренько, быстренько. Отлично. Так, кстати, я сейчас вспомнил про фишку одну, которую я так и не проверил. Я ее проверю потом. Ну, на планетах. Кто может собирать, могу ли я, например, собрать на планетах некоторые вещи. Я ее попозже проверю. После прохождения, собственно говоря. Здесь сегодня будет последняя серия. Ну а после будет, кому интересно, там уже до прохождения всего этого дела. О боже ты мой, почему все время на меня бежит, сволочь? Так. Не боюсь я тебя, чувак. Ты улетаешь никуда просто. Чего мне тебя бояться? Роганский солдат, да. Такой страшный малый. Прям, да. Боюсь, боюсь, боюсь. Вот ты, конечно, пострашнее будешь, да, не спорю. Но ты не настолько страшен, как ты думаешь. У нас куча пенициллина, которого мы еще не использовали. Так, ну все хорошо. Я вот просто уверен. Так. Гет солдат, гет штурмовик и все прочие, все будут уничтожены, просто потому что я этого хочу. Ну, просто потому что это реально надо. Не особо я сейчас, конечно, слежу за своим здоровьем, хотя следовал по-хорошему. Уклоняемся от ракеток.
принципе, это не нужно особо делать. Можно просто пробежаться более или менее. Не особо обязательно уклоняться от них. Да, боже, Рекс! Достал! Так, я надеюсь, что я турельку уничтожу. Отлично. И последняя турелька вон там находится. Ее тоже надо поснять. И будет все хорошо. Так. Отлично. Гарус, где ты, мужик? Будем надеяться, что Гарус сейчас поднимется. Так. Не надо меня вниз спускать, пожалуйста. Защитные турели, кстати, довольно неплохо поработали по нам. Мы уже под властелином, если что, находимся. До лапки. Так, ну здесь довольно жесткие боевые действия могут проходить. Так, ладно, надо этого балбеса поднять. А то еще обидится, не дай ты бог. Сохраняемся на всякий случай. В конец пробегаться, по-моему, не обязательно. Ну да, там нет особо ничего. Надо вот здесь открыть панель, чтобы зайти внутрь. Это, по-моему, финальный этаж цитадели. Так, ребята здесь. Отлично. Минус пенициллин. Гарус у нас остался, так сказать, в не очень хорошем месте. Ну да ладно. В принципе, он должен, по-моему, к нам телепортироваться. Здесь нас ждут геты-солдаты. Что как бы логично. Ну и не только солдаты. Там, по-моему, еще ракетчик будет, или джиггернаут. И дальше. Повоевать нам немножко народу хватит. Я уже слышу какие-то ракеты. Мавик, например, попался. Давай. Все? Ну, будем надеяться, что сейчас мы встретим Гаруса. Ты не успеешь. К чему не успею? Последней схватке. Думаю, мы оба знали, что этим все кончится. Я победил. Уже дошло, нет? Через пару минут властелин будет контролировать все системы цитадели. Ретранслятор откроется. Пожинатели вернутся. У меня осталось пара тузов в рукаве. Тебе удалось пережить нашу встречу на Вермайере. А с тех пор я изменился. Стал лучше. Властелин усовершенствовал меня. Ты дал властелину насажать в себя имплантатов? Пожалуй, я должен поблагодарить тебя, Шепард. После Вермайера я все думал о твоих словах. О том, что властелин манипулирует мною. О внушении. Сомнения стали разъедать меня. Властелин почувствовал это. Его имплантаты укрепили мою решимость. Теперь все сомнения позади. Я всецело верю во властелина. Я знаю, что пожинателям нужна органика. Присоединись к нам, и властелин найдет для тебя место.
Через эти имплантаты Властелин тобой управляет. Ты не понимаешь этого? Наш симбиоз взаимовыгоден. Органика и техника сплетены воедино. Союз плоти и стали. Сильные стороны от обеих, слабые ни от одной. Я образ будущего, Шепард. Эволюции всей органической жизни. Это наша судьба. Присоединись к Властелину, и ты переродишься. Властелин еще не победил. Я не дам ему захватить контроль над станцией. Отойди в сторону, и нашествие не состоится. Мы не можем это остановить, лишь задержать. У тебя же были видения. Ты знаешь, что случилось с протеанами. Пожинатели слишком сильны. Какой-то частью себя ты еще понимаешь, что так нельзя. Ты можешь бороться. Возможно, это правда. Возможно, еще есть шанс, чтобы... Имплантаты. Властелин слишком силен. Мне жаль, но уже слишком поздно. Еще не все кончено! Ты еще можешь освободиться! Прощаешь. Спасибо. Кстати говоря, насколько я помню, у этой концовки есть два варианта. Либо он убивает сам себя, либо убиваем его мы. Файл стража сработал. Я контролирую все системы. Быстро, раскрывайте станцию. Возможно, флот сумеет сбить Властелина. Попробуйте открыть канал связи. Путь предназначения. Основные двигатели отключены. Мощность кинетических барьеров упала до 40%. На борту члены Совета. Повторяю, на борту члены Совета. Нормандия Цитадели. Нормандия Цитадели. Скажите, что это вы, капитан. Я здесь, Джокер. Мы принимаем сигнал бедствия, капитан. Я тут в секторе Антуры, со всем Арктурским флотом. Мы можем спасти путь предназначения. Просто разблокируйте ретрансляторы вокруг Цитадели, и мы тут как тут. Хотите жертвовать людьми ради спасения Совета? Что он сделал для вас хорошего? Это касается не только людей. Властелин — угроза для всех органических видов в галактике. Тупо тратить подкрепление, чтобы спасать Совет. Придержите их, пока Цитадель раскроется, и человеческий флот сможет вдарить по Властелину. Какие будут приказы, капитан? Лететь на выручку пути предназначения? Или погодим, пока жопу рвать? Ладно, спасем Совет. Эти засранцы нам потом это все равно еще припомнят. Я открываю ретрансляторы, Джокер. Путь предназначения надо спасти любой ценой. Надеюсь, Совет это оценит. Ну, типа, земляне не такие засранцы. Корабль Альянса в бой. Спасти путь предназначения. Капитан, мы получаем подкрепление. Это Альянс. Слава богине. Не богине, а Джокеру. Вы в безопасности. Повторяю, вы в безопасности. Цитадель раскрывается. Кораблям Альянса вперед. Огонь по Властелину. Ну что, он готов? Thank you.
мертв. Я бы так не сказал. Это уже чуть-чуть не Саран. Это Властелин. Это станция моя. Так. Вообще, с Сараном в этой оболочке довольно тяжко сражаться. То есть, если бы он был в виде Властелина, с ним было бы намного проще, честно. Так как он не видел Властелина, малость сложновато. Подхилимся немножечко. Пятая. Броню включаем. Да, тем более, что мы вам тут помогаем, как бы, ребятки, не? Да ты задрал прыгать, Фрэйс. Опять прокакивает мне всю возможность нормально стрелять. Ау. Задрал прыгать, а? С ним большие минусы в том, что он постоянно передвигается. Просто постоянно. Он стреляет нас ракетами. Это ненормально. Нет, не то чтобы это прям дико сложно его попадать там и так далее. Нет, не сложно. Это ни хрена не легко. Понимаете, ребята, это ни хрена не легко вообще. Так, ну же! Осталось, по сути, совсем немножко. Гад меня перезарядил немножечко. Но! Чуть-чуть! Идем в атаку!
Идем! Андерсон, мы нашли их! Они здесь! Спокойно, все кончилось. Вы в безопасности. Где капитан? Посол, капитан Андерсон, капитан Ш... Мы собрались с целью высказать наше признание тому значительному вкладу, который войска Альянса внесли в войну против Властелина и гетов. Многие люди отдали жизни в борьбе за спасение цитадели. То были отважные солдаты, пожертвовавшие собой ради того, чтобы мы, Совет, остались жить. Нет жертвы больше этой. И мы разделяем вашу скорбь об утрате столь многих благородных воинов. Совет также находится в личном долгу перед вами, капитан. Долг этот не оплатен. Вы спасли от Властелина и Пожинателей не только наши жизни, но миллиарды других. Капитан Шепард, ваши героические и самоотверженные действия – символ всего, что представляет собой человечество и Альянс. И хотя тех доблестных солдат, что отдали свои жизни ради нас, уже не вернуть, мы можем почтить их память своими поступками. Человечество показало, что готово встать на защиту галактики. Вы доказали, что достойны занять свое место среди нас и служить в Совете Цитадели. Советник, от имени человечества и Альянса мы благодарим вас за эту честь. Нам нужен список возможных кандидатов от людей на место в Совете. Учитывая все произошедшее, ваши рекомендации, капитан Шепард, будут иметь большой вес. Вы поддерживаете кого-либо конкретного? Ага, как же, Удину я поддержу, ага, да-да, хрен тебе, Удина. Нам нужен человек, которому хватит смелости защищать то, во что он верит, такой, как капитан Андерсон. Как кто? Вы, наверное, шутите? Андерсон предпочитает говорить кулаками. Только с вами, посол. Только с вами. Вы уверены, капитан? Андерсон солдат, а не политик. На цитадели и так слишком много политиков. Капитан прекрасно справится с задачей. Думаю, это правильный выбор. Совет примет его с радостью, если он сам согласится. Я польщен, советник. Как представитель человечества, я буду всеми силами помогать Совету восстановить разрушенное. Поражение Властелина знаменует начало новой эры и для человечества, и для Совета. Властелин был лишь авангардом. Флот Пожинателей все еще на подходе. Сотни кораблей, а то и тысячи.
И я собираюсь найти способ их остановить. Это правда. Человечество готово внести свой вклад. Объединившись с Советом, мы сможем противостоять любой силе. Когда придут пожинатели, мы должны действовать сообща. И вместе мы загоним их туда, откуда они вылезли. Что ж, дорогие друзья, с вами был, как всегда, я, Дезертир. Я надеюсь, вам понравилась эта серия, и это последняя часть по Mass Effect, не считая тех, что будет когда-нибудь впоследствии дописаны мной по поводу планет. Смогу, если я смогу добыть что-то, я сниму серию. Нет, значит нет. Ну что ж, оставляю вас слушать хорошую музыку. С вами был, как всегда, я. Надеюсь, вам понравилась концовка. Всем удачи и пока-пока, друзья мои.
Ну, собственно, и все. Кто досмотрел, тот молодец, как бы, да. Вот, собственно, у вас есть возможность посмотреть еще раз эту заставку. На самом деле, после полного прохождения нам дают возможность сразу же начать новую игру еще раз. Посмотрите, какие у нас, в принципе, есть достижения. То есть, если мы начнем... Добро пожаловать в базу данных вооруженных сил. Игру, ну, запрос доступа к засекреченной вот информации. Начало, подключение к базе. Вот, все, вот это вот. Устанавливается связь. Связь по защищенному каналу установлена. Плюс в том, то, что мы можем выбрать уже существующий файл. У нас есть Луиза Шепард 50 уровня, да, то есть мы можем начать прямо за нее, прямо на 50 уровне. Добро и... пожаловать в базу данных. Вы поняли, короче, да? Сил. И можем прокачиваться за этого же персонажа. Это очень круто сделано, на мой взгляд, отлично. Устанавливается связь. Связь по защищенному каналу установлена. Поэтому я думаю, что прикольно, прикольно. Что они сделали такую возможность. А также мы можем здесь посмотреть, какие у нас есть достижения. Например, орден «Невыносимый уровень сложности», разблокированная 51-60. Вы победили рекорды всех 20 заданий симулятора. Побили рекорды в задании симулятора. Там завершили выживание Ахерна. В общем, все вот эти вот вещи, да, то есть все задания... Все, что мы сделали, вот все, за все это можно получить какие-то определенные достижения. И за каждое из этого, да, вот, например, набрать 75 очков отступника мы никак не могли, потому что мы, собственно, были героем, о чем я говорил ранее, да. Достичь 60 уровня мы тоже не могли, потому что мы максимальный 50 могли набрать. Зато после достижения 50 уровня мы получаем набор опыта увеличен на 10%. Большую часть, например, с Азари в отряде, чтобы пройти, да, и большую часть, например, с Кварианцем в отряде, чтобы выполнить оставшиеся два достижения, связанные вот с этими миссиями, мы должны пройти 3/4 игры, находясь с одними и теми же ребятами в отряде. Ну, то есть, например, за Гару, за Рекса нам дается плюс 1 очко жизни в секунду в восполнении ХП, за... Гаруса нам дается время перезарядки поглощающего поля, перезагрузки уменьшения на 10 секунд. Ну и так далее, да, то есть убить там 200 синтетических там с помощью того-то, да, там здоровье увеличено. Все вот, это проходится очень легко, за исключением там использования вот этих вот панцелинов и прочего. То есть, ну вот их надо реально юзать, но это в основном делается на более сложных уровнях сложности. И вот эти такие не очень, знаете ли, важные достижения, но я думаю, что если... скажем так, заморочиться, их выполнить, в принципе, можно. Вот, осталось пройти на безумном уровне сложности и на невыносимом уровне сложности, либо пройти два раза на любом уровне сложности. Выполнить миссию на Наверии выполнили, Вермайер, Эйден Прайм, Ферес, просто пройти игру, невыносимый уровень сложности нам вот как раз открылся. Ну и все, на этом, собственно, все, остальные вы видели. Достижение выполняется за одну игру почти половина где-то. Поэтому не так сложно это сделать. Я думаю, что если вам интересно их выполнять, вы будете это делать. Но на этом, собственно, все, что я вам хотел рассказать. Больше ничего не могу сегодня поведать. Всем в любом случае спасибо, дорогие мои друзья. С вами был, как всегда, Дезертир. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока и удачи!